Побежал, да, козлик или козочка. Хотя перед этим вот тут вот где-то с краю один соскочил, убежал через поле. А этот, видимо, его не услышал. Ветер сильный вообще дует. Шумно. А мы бесшумно подъехали с вороном. Едем дальше. Стой. Вот тот, что справа, козлик, это от нас он бежит. Козлик вроде, ага, свечивает, плохо вижу. А эти три кормились. Тррррр. Сижу на вороне, трясет. Тррррр, стой. Ворон, дай поснимать. Так вот там снега там. Стой. Чё, они побегут, что ли? Слева еще один стоит. Тррр. Стоять. Да я ворон, а не вам. Кто куда, не знает, куда бежать. Куда они побегут, поди? В этом краю козлы, видимо, кроме лосей, никого и не видывали. Ведут себя так. Все стадо убежало, вся группа основная, эти теперь трое не знают, куда деваться. Все, побежали. Дальше найдут дорогу. Завязал ворона на краю поля. Вон там козлик. Сейчас попробую к нему подойти. Ветер боковой сильный.
видимо, голову. Пускает так низко снег, не слышит нифига. Подошел метров на 20 уже. Ворона увидела. Напугало, блин. Ну все, вот так вот бывает.